С благодарением открываете свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Ты меня чуть не убила. Ты хотела украсть деньги Якоба? Я пришел проверить, жив ли он. Почему ему не быть живым? Якоб хороший человек. Уходи туда, откуда пришла, и оставь старика в покое, ты. Кому в конце концов нужен старый слепой священник? Никому. Я ношу ее с собой с детства. Я просил людей читать ее мне. Ту или иную главу, стих или псалом. Так я выучил их наизусть и смог проповедовать. Вы подали прошение о моем помиловании только для того, чтобы кого-то спасти. Я не собираюсь быть одним из объектов вашей благотворительности. Лейла. Ты еще здесь. Возможно ли прощение для таких, как я? Это все, что я хотела спросить.